Всем привет, дорогие мои, с вами Гунова Аня. Это мой обзор, часть вторая от тех самых трех коробок. Значит, смотрите, я забыла отснять новинки 9-го каталога 2023 года. Это карандаши, каялы для глаз. Обычно каял для глаз, его можно наносить и на слизистую тоже. То есть от обычного карандаша каял отличается тем, что можно наносить на слизистую. Есть графитовый черный, шоколадный коричневый и глубинный синий. Так, какой же я взяла? 40897. Так, я взяла графитовый черный, получается. Вот, такой вот он. Он не такой черный, как сама упаковка. Он такой немножечко посерее. Очень классный, мягкий, суперский. Он будет очень хорошо тушеваться. Великолепно. Очень хороший карандаш. Мне понравилось. Так, 40879. Просто шикарный. Так, шоколадный коричневый. 400899. Очень тоже красивая такая шоколадная линия. Тоже будет хорошо тушеваться. Можно нанести толстым тонким слоем. Все он автоматический. Он выдвигается. Его не нужно точить. Замечательно. То есть подводите, допустим, это же веко. Растушевываете, как вам нужно. И тенями дополняете. Отлично. Просто отлично. Так, у меня как раз начали уже каялы заканчиваться. И это три моих цвета. Все они мне нравятся. И все они мне нужны. Так, следующий 40997. Давайте же будем пробовать. Вот такой светлый, очень приятный. Сильно темно, тут будет сложно добиться, да, то есть вот максимальная синесть. В один слой вот таким образом. Ну, шикарные, очень мягкие, очень классные карандаши. Прямо мягкие-мягкие, классные-классные. Вот на них идет аннотация, держится на веках и слизистой, а также за счет мягкой текстуры легко заполнить им все веко. Ну да, отлично, замечательно, я прям довольна этими новинками. Я очень люблю тени сочетать с каялами. Именно с каялами, потому что они мягкие, легкие и хорошо тушуются. Дальше, значит, заказала один порошок. Мы уезжаем на месяц, поэтому много мне не нужно. Артикул 320. Отличный порошок. Он идет просто как концентрированный стиральный премиум. Так, дальше, как вы видите, это БАДы. Тут не все мне. Значит, это магний. Омега-3 форте получается. Ну, омега-3 форте тут намного больше. Я, помните, да, то есть все уже поговорили об этом магнии. Я его уже третий раз заказываю. Артикул 158.01. Очень часто спрашивают по способу применения, так как у меня есть знакомый доктор, который нас сопровождает на протяжении уже 6 лет. Могу сказать, что его пить нужно отдельно от всего, желательно, чтобы он очень хорошо усваивался, хотя он усваивается в любом случае. Я пью по 3 штучки на ночь, ни с чем желательно не смешивать. Вот, артикул 158.01. Можно пить пожизненно, без перерывов. Детям одну штучку, взрослым можно 2-3, можно несколько раз в день, смотря какие потребности. Вот, дальше, значит, идет, так, омегу артикул мне сказала, 157-79, ну, омега-3 это молодость, здоровые сосуды и так далее, да, то есть это все к нему. Куркумин, отличное средство от различных вирусов и так далее, для поддержания иммунитета, 158-00, и вообще много у него там еще различных, всяких разных приблуд, как у меня любят говорить в семье. Так, магнезиум, опять-таки, в общем, тут куча мала. Значит, достану еще дигидроквирцетин, 30 штучек тут идет. Артикул 157.90, будем брать его с собой в поездку. Омегу, магний и дигидроквирцетин берем всей семьей. Даже не одну баночку, а из одной баночки делаем, да, то есть пересыпаем. Он там не сильно полный. Давайте я вам покажу. Да, то есть таким вот образом. Вот примерно вот так его на дне. Его немного. Это очень дорогая штука, классная. Пить его нужно как минимум по одной в день. 157.90. Так, это тоже сосуды и так далее. В общем, тут все оставшиеся у нас с вами идут витаминки. Значит, тут у нас пакеты получается. Пакеты, пакеты. Значит, я взяла пакетов, потому что предыдущие, которые я заказывала, обычно они у меня лежат дома, мало ли для чего-то пригодятся, понадобится, но мы их практически все, потому что я по 3 штучки всего брала всех, истратили в поездку. То есть огромный такой классный вместительный пакет, 78, 12, 27. Дальше такие вот пакетята, как мы смеемся, 781, 222 тоже пригождаются. Дальше такая вот золотая серединка.
маленькие, хорошенькие. Да, опа-на, дырочка, да. Ну что ж, бывает. 781-224. Хорошенькие они. Очень крепкие, мне нравятся. Дальше, значит, дальше. Так, 781-226, чуть-чуть побольше. Честно скажу, не посмотрела аннотацию на сайте, не могу сказать точный размер. 781-223, но по моей руке вы видите, что он абсолютно небольшой. Еще омега, прямо кучка мала такая омеги. Вот, кучка мала. Еще что я заказала в поездку, это два таких вот универсальных бальзама-концентрата. Он идет с высоким содержанием ланолина, масел ши и жожоба. Эффективные соцсредства для всей семьи. Что он делает? Увлажняет, восстанавливает липидный барьер кожи, мгновенно устраняет шелушение, смягчает, подходит для сухих участков. То есть ланолин тут идет фармацевтического качества, то есть хороший, добротный такой вот крем. Маме заказывала недавно 5 штучек, но этот заказ сразу ушел в поселок. Да, то есть вот такие вот. Нравится нам. Еще кислородный бальзам берем. Вот такая вот красота. Обязательно берем. Так, дальше. Крем-бальзам для тела с мумиё. Первый раз открываю при вас. Это абсолютная новинка. Ого, так. Ну, запах у него практически нету. Такая вот консистенция. Довольно-таки очень хорошо разносится, жидкий. Я сегодня в спортивном костюме от Faberlic, кто его узнал, такой классный. Так, угу. Ну, есть какой-то неприятный запах. Он способствует восстановлению кожного покрова, помогает сохранить упругость и эластичность. Кожи натуральные компоненты питают, увлажняют. Активная формула включает в себя экстракт календулы, витамина F и эфирное масло пихтовой хвои. Они дополняют и усиливают действие алтайского мумиё. Значит, вот такая вот красота. Артикул 28-26. Все больше и больше пользы. Хотя, в принципе, не забывают и декоративную косметику использовать, но и вот мумиё тоже. 28-26. Ну, запах, да, не особо приятный. Дальше, значит, это мне заказали. Вот, не знаю, когда заберут, потому что мы уезжаем, улетаем. Не знаю, придут ко мне, не придут. Каталожек очень классный, клевый. И еще одна партия, это я хотела своим друзьям отдать на пункт выдачи и забыла сказать, чтобы они себе забрали. Да, меня мои любимые друзья открыли, я им заказала это в подарок, пусть оно у них стоит, пусть люди слушают ароматы, не забыла им сказать, в общем, приедут, отдам. Далее, посмотрите на эту кучу, это мои пустые баночки. Когда маленькие обзорчики, я решила его объединять с одним пакетом пустых баночек, но тут два пакета, но это все я хочу отснять сегодня, потому что мы на месяц уезжаем, и зачем же они будут валяться. Кстати, мумиё не только не очень вкусно пахнет, но еще и слегка немножечко что-то вот покалывает, как-то вот работает. Я чувствую прям такое жжение на руке, куда нанесла. Вот, значит, кофе закончился. 160-49, мой любимый. Кофе «Добрый день». Далее масочка, которая реактивирует 14 генов красоты, запуская механизм естественного омоложения кожи. Очень мне нравится, прям безумно нравится. Пользуюсь ей уже не первый год. Обалденный результат. Но эта маска идет 60+. Артикул 0761. Она идет глиняная, такая интересная. В такой вот пластиковой упаковочке. Вот примерно такой вот консистенции. Пахнет, ну, глиной пахнет. Люблю ее, делаю, но сейчас столько много новинок, что я старинки и забыла. Универсальное антибактериальное средство 301-36, заливаю его в робот-пылесос. Так, это идет иммуностимулятор. Как раз таки, смотрите, тут в составе идет йод. Смесь бурых водорослей, спирулина, хлорелла, аминокислоты, ундария перистая, перец черный, витамин D и В2. Отличный такой состав иммуностимулятора. Пропили 156-78. Ну, здоровье оно или есть, или его нету. Так, концентрированный гель для стирки 118-42. Пятновыводитель 119-84. Это для жесткой воды. Он идет и для белого, и для цветного. Дальше ультракондиционеры для белья. Их, наверное, будет много. Они будут все одинаковые. Таких кондиционеров у меня много, как вы видите, целая кучка мала. Так, артикул 118-53, обалденный запах восточного пиона, очень люблю. Еще один гельчик для стирки. Так, ну целая куча мала тут. Омега-3 Форте, 157-79.
Дальше, значит, иммуномодулятор. Опять-таки 156-78. Пустые баночки. Метаап решила пропить. Что-то не знаю. 156-21. Начала пить, уехала на 2 недели. Забыла его с собой. Сейчас пью 4-й день. Что-то пока ничего не поняла. Так, значит, D3 157-77. Дигидрокверцетин 157-90. Круговоротного оборота в природе. Опять-таки средства универсальные. Куча кофе, просто обалденное количество, да? Детское мыло для детей 23,56. Так, продолжим пустышки дальше. Заканчивается корм, все, осталась уже одна коробка. Переходим на корм из магазина. Вот, так, 118,42 гель для стирки белых тканей. А, кстати, переходим, потому что его нет на сайте. Вдруг кто-то будет не зарегистрированный смотреть, подумает, что мы тут чем-то плохим кормили. Так, концентрированный гель для стирки 118,43. Очень мне нравится. Он идет для цветных тканей. Биоосвежитель для воздуха. Один из самых моих любимых. 109,01. Помните, да, мне очень нравились от BSI. Но, если честно, как-то разонравились. Больше нравится все-таки от Faberlic салфеточки. Дочка у меня старшая пропила антипаразит 156,97 под названием Liberaverm. Это очень важно. Дальше, значит, иммуномодулятор Forte с артиклом 156,79. Вот как раз, да, это он идет с куркумой. Вот как раз его можно, смотрите, да, вот состав. Его как раз можно пить всем, не обязательно проверять анализы, как сказал мой доктор. Так, иммуностимулятор 156,78. Очень классная штука, кислородный бальзам. Я вам не рассказывала, но у меня приключилась неприятная история. После того, как мне в Москве уделали зуб, у меня в Москве зуб заболел, я мазала Global Oxygen, малофтилином и Signum 100 в перемешку. То есть Signum 100, вот 2 штуки у меня ушло, а еще на колени и на все, потому что экскурсии были по 15, по 20, по 25 тысяч шагов, и, конечно, это было сложно. Значит, 5806 – это очень классная штука и от ожогов, и от укусов комаров, от раздражения, от прыщей. В общем, он от всего идет. И усиливает также действие кремов. Так, дальше магний, как обычно. Так, еще один такой же освежитель. Псилиум. Печем булочки, свои булочки. 157,64. Добавлялка в робот-пылесос. Очень много, кстати, у меня закончилось масок и так далее в Москве, в Питере. Но, к сожалению, я не сняла там обзор, потому что горничная пришла и убрала мою свалку. Она подумала, что это свалка. Мой любимый фаворит 30552. Салфетки от пятен. Салфетки для мониторов. Сразу ушла пачка. Приехали через 2 недели. Давай везде пыль протирать. И вот 112,49. Целая пачка ушла. Пока все телеки протерли. Туда-сюда. 5-10 и так далее. Значит, коралловый кальций. Минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды с артиклом 157,30. Просто вода становится полезнее, чем она есть. Дальше. Вот эти 3 маски. Я их вам показывала в прошлом обзоре. Наносила на себя. Вот тут вот дубляж. Что какого цвета. Могу сказать, что вот это вот латте зеленый чай, вот, с артикулом 0620, очень хорошо увлажняет, очень прямо хорошо увлажняет, мне понравилось, а действие такое пролонгированное, клевое, классное, я прям в восторге. Мисс Скини, значит, смотрим, бабл маска, латте зеленый чай, значит, что она делает, гиалуроновая кислота увлажняет, центелла успокаивает, то есть я ее выбрала, как сделать последнюю, то есть также сгибаем пополам, также обрезаем, мне отрывать неудобно, да, то есть, ну и поехали, постепенно, по чуть-чуть. Да, кабет, значит, латте, то есть получается кофе, да, кофейная масочка мне, ну так, подсушила лицо, посмотрим, увлажнит ли меня это. То есть, ну, делается все удобно, здорово. Да, то есть, давайте будем перемешивать. То есть, в этот раз она такая вот зеленая. Да. Написано, что как вспенится, можете наносить. Вспенивается она, ну, можно сказать, мгновенно. Видите, уже запузырилась, защелкала, все дела. Но нежное такое пузырение. Пахнет, да, какой-то матчей. Тоже немножечко горячо кожи. Вот.
Первая маска не была так горячо, вторая, третья вот уже горячевато, да? Так, ну вот, как написано, толстый слой, ну вот он не получается же толстый. Вот. Может, на руках много остается, и надо все-таки пользоваться кисточкой. Я так понимаю. Но слой не супер толстый. Сейчас посмотрим, увлажнит ли меня эта красотка. Как мы прикалываемся, шея тоже человек. Видите, как сильно спузырилась. Ну что ж, будем проверять с вами увлажнение. Время вышло. Ну, за 10 минут она не засыхает. Все отлично. На коже я ее не почувствовала. То есть, если, например, кофейная, там горячо, холодно, холодно, горячо, да, как будто что-то мятное, согревающее, то эту маску я не почувствовала. Никакого жжения, никакого дискомфорта, вообще ничего. В общем-то, очень даже приятная масочка. Вот таким вот образом. Смывается тоже отлично. Если ее не передержать, она не засыхает. Такая прикольная. Ну и слушайте, да, если ту я смыла, я почувствовала какую-то сухость на лице, то есть она попитала, но не увлажнила, вот, то у этой я не чувствую сухость, то есть хорошая такая масочка, приятная. Да, увлажнение есть, клевые, классные. И, кстати, после всех этих масок можно наносить свой крем. Например, там летом с СПФ-кой, там зимой питательной. То есть они одно другому не помешают. Вообще нисколько, вообще никак. Вот это очень понравилось. Дальше, значит, шоколад 0613. Тут заявлено, что экстракт какао дарит энергию, карамель возвращает коже сияние. Ну да, тон выравнивается, да, то есть эта масочка выравнивает тон. Вот эта маска. Ретинол делает ее эластичной, а экстракт черники сохраняет упругость. Я не смогла это проверить, но она точно не увлажняет особо, да, то есть, может быть, она и ухаживает вот на клеточном уровне, но как я это проверю, что вот за одну маску вдруг кожа стала лучше? Ну, как? Никак, то есть, я ее не поняла с первого раза. То есть это надо как-то, может быть, на постоянной основе делать или еще что-то. Так, поддержка печени мы пропили, 156,86. Так, дальше 12,61 маска для волос. Классная, клевая, с натуральным ароматом. Снова пошли кетчуп классический. Ой, так, артикул где-то тут был. 160,50. Его, походу, решили вернуть в оборот, потому что он нам очень нравился. Видать, очень многие просили вернуть. Влажные салфетки. Туалетные, да, то есть которые растворяются в унитазе, 304,01. Клевые патчи для век, 14-13. Брала их оптом, очень много. Вот, с собой хлорелла спирулина совсем закончилась, но сейчас мы месяц в отпуск, я не буду ничего заказывать. Артикул 157-157. Так, дальше гель для душа. 400 миллилитров, мой самый любимый аромат после Портужур, 25-47. То есть вот такой вот классный, он вишневый цвет и хлопок, очень вкусный, приятный аромат, просто вот прям обалденный, я не могу, я кайфую. Так, значит, витамин D3 2000, о, кстати, я же видео прервала. По какой причине, да, то есть и сейчас уже вечер, я только заканчиваю его снимать. Значит, смотрите, выпила сегодня антистресс, прям уплыла в счастье. Пришли получать загранки, представляете, да, сегодня 14 число на момент съемки видео, а выезжаем мы 16 с утра. Нас ждет 3 страны, в двух нужна загранка. И мы понимаем, что у ребенка загранка просрочена, у младшего и у старшего ребенка, да, у Катюшки, у Викусики, у обеих дочек моих. И я, значит, вроде бы все успеваем, приходим получать паспорт, они говорят, ну, как будет готово, мы вам сообщим. И мы в таком шоке, мы понимаем, что мы уже поехали, билеты куплены, а паспорт просроки. То есть нас никуда не пустят, мы в таком шоке. И, в общем-то, все обошлось хорошо, но антистресс я попила.
прямо уезжаешь, такое счастье, умиротворение. А плюс тут есть фосфодилсерин, тот самый PC-100 в размере 100 миллиграмм. Я его еще отдельно принимаю с Вальберис, вот 6 тысяч упаковочка покупаю, да, вот должны понимать, сегодня 200 миллиграмм вот этой штуки приняла. Наверное, у меня очень хорошо будут развиваться мозги. Значит, артикул 156-76, просто обожаю. Я выпила не 2, я выпила 3 штучки, мне очень понравилось. Вот если какое-то перенапряжение, даже если вы не хотите его пить на постоянной основе, то очень кайфово по 2 штучки на ночь выпивать в каких-то таких ситуациях, когда не можете успокоиться, тревога, ПМС и так далее. Вообще шикарная, просто шикарная штука, хвалю, очень хвалю. Значит, дальше пудинг для волос 2654 с ароматом ревеня получается. Так, это у нас стиральный порошок, не бойтесь, я пачку за неделю не израсходовала, конечно же, тут 20 стирок, просто мы ее открыли, постирали, нам понравилось. Ну, очень понравилось, и мы решили, что... мы одну пачку объедим 2 и возьмем с собой. То есть мы с собой взяли, пару раз постирали, это осталось 18 листов, 20 до 18, 36 листов на месяц мы с собой взяли на всю нашу толпу в 5 человек, которые едут. Ну, что могу сказать? Обалденный стиральный порошок. Все здорово, все классно. Никаких вообще нареканий нету абсолютно. Значит, тут 20 листов. Можно использовать, если чуть-чуть где-то что-то, одну кофточку стираете, то можно использовать его, получается, половинку оторвать, да? То есть тоже удобно. Подходит для ручной стирки. Так, 0% фосфата пластика отдушки. Слушайте, где же у него артикул? А, артикул 308-43. Хвалю. Ну, сейчас посмотрим, как он в поездках себя поведет. Прям из одной коробки сделали почти 2. Так, тут дальше кофе получается. Так, дигидрокверцетин, мы о нем говорили. Витамин D3 говорили. И еще один D3. Так, это гастропротектор. Это я его пила. Сигнум, артикул 158-28. Мне прописала врач моя. Так, еще кофе, омега-3, дигидрокверцетин, спрей антиперспирант. Очень понравился моему мужу. Он сказал, что закажи еще 26-79, но, если честно, у меня 3 штуки стояло в запасниках. Он очень любит, когда я делаю запасники, но такого средства у меня всегда 2-3, и даже 2 раза было по 5 штук в запасе. Вот я смотрю там, он последний открыл, и я могу взять 3 штуки, 5 штук. Вот очень хороший спрей антиперспирант, унисекс аромат. В общем, все великолепно. Дальше. Вот этот мне, кстати, разонравился абсолютно. 8006 освежитель воздуха. Прям нисколько не понравился. Тушь. Ну что, засохла тушь. Не знаю, когда она была открыта. 9,5 мл. 57-78. Это ухаживающая тушь, чтобы ресницы хорошо росли. То есть, с одной стороны плоская, а с другой стороны такая вот пушистая. Подразумевается, что вот этой стороной вы накладываете, да, плоской, и потом пушисто расчесываете. Ну, действительно, хорошие ресницы. Не супер длинные, не супер объемные, но довольно-таки она хорошо их моделирует, поднимает кверху, и весь день ходишь и хлопаешь глазками. В общем-то, классно. Так, таблетки для посудомоечной машины 30-060. Так, кардиосуппорт, пью его вместе с магнием. Магний у меня еще... предыдущая версия, артикул 156-84, которую я на Вальберис брала, сейчас беру у себя. Так, дигидрокверцетин. Лисвит то же самое, что метаап. Пропила, не пропивая, 157-76, да, то есть неделю попила, на 2 недели уехал, потом опять попила, в общем, пока не поняла. Гидрейн пила на ночь, вначале есть какое-то ослабительное действие, потом все хорошо. 156-20, отеки действительно уходят, мне понравился эффект. Вот, так, дальше что тут? Нейропротектор. Очень крутая штука, покупайте, 158-29, особенно те, кто чувствует, что он плохо начал соображать. Или вот после инсульта у меня папа пьет. 5 лет назад у него был инсульт, уже 6 скоро. Вот, лучше, все намного лучше стало работать, прям рекомендую. Так, иммуностимулятор еще один, 156-78. Мы их, наверное, еще не прекращали пить, потому что их можно пить 3 месяца. Иммуномодулятор Форте и иммуностимулятор можно пить 3 месяца. Пьет моя дочка маленькая, 8-леточка, старшая пьет. Ой, 9-леточка, господи. Но ей уже скоро 10, в августе ей будет 10 лет. И вот такой вот шампунь нашла, 77-72. Двойное питание с аминокислотами и зимний. Вот летом я пользовалась зимним шампунем. Думаю, срок уже подходит, надо дорасходовать. Вот, класс. В общем, все это мои пустышки. С вами была Конова Аня, проект Фаберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео.